Сегодня у нас с вами ванильно-грушевый кекс, вот в таких вот кокотницах. Но вы можете сделать в формочках, какие у вас только есть. И нам для этого понадобится одно яйцо, если делать завтрак на 2 человека. Так, вот у нас ваниль. Режем грушу. Грушу мы готовим варварским способом, то есть нарезаем так, как вам нравится. Можно как на салат оливье мы компоненты режем. Вот отрезаем все грубые части нашей грушки замечательной. Здесь мы разбиваем яйцо. Добавляем 50 грамм муки, 50 грамм сахара, то есть 2 столовые ложки сахара. Так, 5 грамм разрыхлителя. Вместе все это замешиваем. Видите, у нас в таком блюдце даже тесто на ванильно-грушевый кекс замешивается. Так что все делается быстренько, как на оладушке. Теперь мы добавляем сюда нарезанную грушу. Так как у меня ваниль подсохла, я ее сюда просто положу, помешаю, пусть она пока полежит, а потом можно будет убрать ее. И осталось нам положить сюда 50 грамм масла. Растопленное масло у нас вот уже дожидается, которое мы будем смазывать формочки. А в базовое тесто мы еще добавляем 50 грамм сливочного масла. Так, вот 50 грамм нерастопленного масла. Вот мы все это замешиваем. Прямо не стесняемся, вот так руками. Тесто наше готово. Так, теперь обмазываем наши кокотницы маслом. Теперь очень важно эти кокотницы обсыпать мукой. Ванильные палочки мы вытащили, они свою работу сделали. Теперь мы этот пудинг раскладываем по 2 кокотницам. Чем не прекрасный завтрак. И теперь нам осталось положить в духовку. Одна, вторая. Ой, ой, какая красота! Наш утренний ванильно-грушевый пудинг готов. Я вас приглашаю позавтракать.